это написано. Вот она, наша страна, наша конституция, наши решения. Сейчас посмотрим, что здесь. Желающих голосовать особо нету. Школа, избирательная комиссия, она такая-то такая. Время работы с 8 до 8. Последний день. О, даже тут написали поправки Конституции, какие есть. Все нет, написали. О, наблюдатели, все дела, бля. Голосуем, Конституция, информационный стенд, все дела, бля. Здравствуйте, здравствуйте. Пролетарская. Постоянно прописка, да? Да. Перчатки одевать? Ну, даже перчатки одевать надо, видите? Эти все сделали, перчатки дали, маску обработали, ручку одноразовую, все как Путин обещал. Вы какая улица? Я Пролетарская. Пролетарская. Вон девушка в черном, пока подождите, пожалуйста. Да, я здесь подожду, хорошо. Видите, урны такие здесь. Эти все кабинки. О. Ну, свое мнение есть, я просто. Вот видите. Вот печать есть, все есть. Надо в третью урну кинуть, там мало бюллетеней. Ну все. С Богом! Ну вот и закончилось голосование, выход отсюда. Чуть даже не интересно, никаких нарушений, никто ничего не навязывает, сенсаций нету. Все как-то, видите, обыденно. Говорят, голосуйте, как считаете нужным, нет бы сказать, то-то, 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 да нифига не говорят. Перчатки, ручки в подарок, маска тоже. Вот видите, народу никого. ДПС машина стоит, все стоит. Я тоже несколько раз. Тук-тук-тук. Вот и все, вся процедура.